Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Україну продовжують обстрілювати ракетами. Зокрема, вчора було влучання по нашій рідній Одеській області. 6 ракет, точніше, випущено було 7 з акваторії Чорного моря. Одна була збита, інші 6 влучили в такий важливий військовий об'єкт, як село Дачне. Пошкоджено будинок культури, пошкоджено школу місцеву, декілька приватних будинків. На жаль, є постраждалі, 6 осіб, серед яких малолітня дитина. І оці всі жахливі обстріли відбуваються на тлі проблем із просуванням агресора на сході України. Це його на сьогоднішній день, очевидно, абсолютно пріоритетний напрямок. І от чи пов'язані ці події, ми сьогодні будемо говорити з відомим російським правозахисником, адвокатом, політичним оглядачем Марком Фейгіном. Вітаю вас, Марк Захарович. Рад привітати. Скажіть, на вашу думку, от власне перше питання, чи пов'язані ці події? І якщо пов'язані, навіщо ці обстріли, якщо вже зрозуміло, що того, кого вони хотіли налякати вже або поза межами України, або на Західній Україні, інші, ну, паніці не піддаються, от, ну, навіщо, який сенс? Ні, ну, він очевидний, тому що це определенний етап, фаза війни, оскільки успіхи, в общем, на Восточному направлении дуже скромні. Как бы их ни оценивали в Украине, многие считают, что это все-таки свидетельство, да и некоторые наблюдатели так оценивают, свидетельство, в общем, того, что тактика у российской армии изменилась, и она более успешная, в том смысле, что все-таки взяты Северодонецк, Лисичанск и так далее. На самом деле, с точки зрения стратегии, если большой картины, то это очень скромный успех, и в России, в Москве это прекрасно понимают. Потому что израсходовано очень много сил. Да, сроки тут очень важны, скоро вот, ну, 5 месяцев, как идет война, на следующий месяц уже 6 месяцев, полгода идет война, то есть явно цели были более амбициозны, и не добившись этого успеха, мне кажется, это моя личная точка зрения, может быть, ее придерживаются и другие наблюдатели, Москва пытается этими обстрелами вынудить общественное мнение в Украине обратиться к Банковой, обратиться к Киеву с тем, чтобы ускорить процесс переговоров, то есть перейти к переговорам, поскольку, ну, действительно, выдерживать эти удары по гражданскому населению очень тяжело. Гибнут люди, это производит чудовищное, драматическое впечатление, совершенно жутчайшее на людей, на население, там, будь то в Одесской области вот эти удары, в Кремчуге, в Виннице и так далее, гибнут маленькие дети. Я думаю, расчет именно на это, на закошмаривание населения Украины с надеждой, что оно взмолится о переговорах. Я думаю, что там есть убеждение, что это работает. Понимаете? Так не працюєш на практиці вже скільки місяців. А понимаете как? Там они же не рассуждают по типу, ну раз это не работает, прекращаем это делать. Там так не работает это. То есть они, безусловно, пока у них есть средства, это ракеты, это средства для обстрелов, в том числе артиллерийских, в Харькове, например, и артиллерийские обстрелы имеют место, то они будут продолжать это делать. Другой вопрос, что чем больше количественно и более болезненными являются эти обстрелы, ну, во-первых, выше эффективность противодействия, то есть вот эти использования хаймерсов – это очевидное средство, которое сильно подрывает, вообще говоря, способности военные к обстрелам российской армии, склады горят, и гибнет личный состав и так далее. А во-вторых, Запад ведь реагирует. Запад сейчас дискутирует, вот мы так ожидаем, в Рамштайне будет принято решение относительно средств ПВО, более эффективных, которые могут быть предоставлены Украине, потому что ПВО не может накрыть всю страну. Нужно в каждом городе все эти противоракеты и другие средства, радиолокационное оборудование, их устанавливать отдельно, понимаете? Ну, в полях-то вшибать эти ракеты бесполезно, бьют-то по городам. Нужно защитить основные города, самые крупные агломерации. И я думаю, что это вообще решаемый вопрос. Он сложный, но он решаемый. Если Запад перейдет именно к этим способам, то это, конечно, снизит эффективность этих обстрелов кратно. Плюс к тому, есть же опасность. Вот сегодня обстрелили Антоновский мост. Это явная репетиция, понимаете? Явная репетиция того, что будет ВСУ делать в случае начала штурма Херсона. Да? То есть пути отхода, это же длинный мост, Антоновский, это там 1300 метров, то есть он километр с лишним мост. Если его разрушить, то основные силы и
находящихся гарнизонов в самом Херсоне российских вооруженных сил и подвоз вооружений через этот мост с другого берега Днепра, это, ну, как бы существенное нарушение логистики, понимаете? Существенный разрыв коммуникации. Я думаю, что это еще и репетиция возможного обстрела, если будут предоставлены ракеты «Атакам» с Керченского моста. На Крымского моста, понимаете? То есть вероятность этого очень-очень велика. И Москва эти сигналы принимает, реципирует. Она понимает, о чем ей пытаются сказать, что если вы не прекратите обстрел, если вы не начнете воевать локально, там, где сосредоточены основные силы на линии разграничения, как это было в Донецке 8 лет, то эти обстрелы вам выйдут боком. Они могут коснуться и ваших территорий, и большего числа гибели военнослужащих ваших, там, не знаю, опорных пунктов, разного рода пунктов командных, и в том числе складов и так далее. И я думаю, что в этом напряжении как раз Москва сейчас в некой задумчивости находится. А, возможно, это воспрепятствует дальнейшему обстрелу. Возможно, это нельзя утверждать. Но, как видите, это вопрос технологический, технический, военно-технический. Это не вопрос хорошего Кремля или плохого Кремля. Он никогда хорошим не будет. Если захотят убить всю нацию и будут иметь такие возможности всех украинцев в один день убить, то скажут, да, надо их всех убить. Ну, в цьому ми навіть не сумніваємося. Ще таке питання в мене, суто побутове, я його просто не можу для себе зрозуміти. Навіщо бити по населених пунктах високоточними ракетами, яких вже залишилася, очевидно, обмежена кількість, якщо є старі радянські, які все одно доведеться використовувати через те, що там, ну, зрозуміло, через тиждень або через місяць війна не закінчиться, навіщо витрачати на мирні об'єкти високоточні ракети? Ну, вы знаете, вообще сомнения, что они высокоточные, у меня есть, потому что на самом деле что-то как-то эта высокоточность все время приводит к убийствам гражданского населения. Но есть более застарелые варианты в них. Ну, я считаю, что вопрос вообще в плохом качестве российских вооружений, еще советских, ну, постсоветских. Это первый момент. Второй момент. Возможно, если у них и были какое-то количество с GPS-наведением ракет, их сейчас уже, возможно, и нет. Я не знаю, я не военный эксперт, но я допускаю, что все-таки война идет долго. Там счет выпущенных по Украине ракет и там, других средств там, идет на тысячи, многие тысячи, десятки тысяч, а то и сотни тысяч. Ну, как бы вы понимаете, сколько бы у тебя ракет не было, они же не бесконечные, их надо производить, они стоят денег, заводы должны хорошо работать. Россия не может этим похвастаться. И точно не может сравниться с этими вооружениями, которые предоставляет Запад. Вот там действительно есть это. Плюс Запад – это не только высокотехнологичное оружие, но это еще и, ну, такое более эффективное производство. Чтобы мы там не говорили, воюют и экономики тоже. Российская экономика составляет 1,2 в мировой экономике по сравнению с 22% американской экономики в мировом производстве. Поэтому сравнивать здесь бессмысленно. Возможности коллективного Запада обширнее во всех отношениях. Поэтому Москва это тоже осознает. Нельзя сказать, что они этого не понимают. Нужно время, через которое будет понятно, что в Москве воевать особенно-то уже и нечем. Понимаете? Особенно мы, когда говорим о ракетах. Потому что ракеты – это сложное производство, технологически сложное. Это не снаряды. Все-таки снаряды штамповать легче. Но и у снарядов дальность соответствующая. Просто ситуация сейчас выглядит так, что воюют вооружение. Воюют не люди, а вооружение. Ну, конечно, если у тебя 1000 артиллерийских орудий, то в зоне боев где-нибудь на Востоке ты можешь укладывать. Представляете, почти 200, против 200 артиллерийских орудий у Украины. Ну, конечно, это пятикратный минимум превышения. Там говорят больше. Ну, повторяю, пусть военные эксперты комментируют. Ну, совершенно же очевидно, что тебе проще воевать, когда ты обкладываешь территорию квадратами, точное, неточное, просто убиваешь все живое. А с ракетами так это не работает. С ракетами по-другому. Там расстояния другие, соответственно, возможности другие. Ну, посмотрим. В любом случае, я считаю, что в ближайший, скажем, месяц многое может измениться. Марк Захарович, дуже шкода, що ви обмежені в часі. Хочеться поговорити багато про що. Ну, я не можу не зачепити таку резонансну тему останніх днів, як звільнення представників силового блоку України генпрокурора Венедіктової
та голови СБУ Баканова, який з так званої кварталівської команди. І от що найцікавіше, в українських мас-медіа, в українському суспільстві це викликало резонанс. Звісно, що такі події не можуть не викликати резонанс, але в російських пабліках, в російських телеграм-каналах це обговорюється більше, ніж в українських навіть. Там і Україна йде до тоталітарного режиму і державний закол. Чого там тільки не побачиш? От на вашу думку, по-перше, як оцінювати цей крок і Володимира Зеленського? Зрозуміло, що ініціатива була 100% президентська. І чому от такий резонанс викликають кадрові перестанови в Україні? В саме от інтерес в Російській Федерації. Вони ж кажуть, що неважливо, хто тут при владі, ми з ними спілкуватися навіть не збираємося. Ні, давайте со второго начнем. Що касається російської пропаганди, в Росії взагалі нет СМІ, в Росії нет никакого независимого общественного мнения, это только пропаганда. Если мы говорим о пабликах именно этих, неважно, даже в Телеграм-канале или на «Россия-1», то это, безусловно, ну как, каждая такая новость, особенно кадровые или еще подобные же, это всегда будет использоваться для пропаганды. Все, как говорится, полезай грибок в кузовок. Да? Значит, здесь не выбираются темы какие-то важные, менее важные. Ну, конечно, отставили Баканова и Венедиктова, они будут из этого делать ньюс по поводу того, что действительно там авторитарный режим, военная диктатура, все это чушь полнейшая. Что касается этих отставок, ну, конечно, президенту виднее. То есть он решает, у него эти полномочия. И надо сказать, что он же много меняет. Кадровые перестановки шли и до войны, и в момент войны. Ну, раз он так решил, он так решил. Кстати, еще один миф отлетает в связи с этим. Баканов друг детства, насколько я понимаю. Я не вправе судить, правильно, неправильно, это не мне решать. И там украинцы разбирают, кого правильно отставляют, кого нет. Это мне с какой стати-то. Но я просто вижу со стороны, если он такой его сильный друг, чего же он его снимает? Логично. Друзей-то не снимает, друзья-то это вот Вась-Вась. Друг о друге знают все, давно дружат там, и так далее. Значит, получается, вопросы войны и мира, вопросы кадровой политики, служебные вопросы, они важнее выше дружбы. Понимаете, как? Но тут разгоняется зараз така конспирология щодо підсилення, власне, голови офісу президента Єрмака та самого офісу. Ну, понимаете как, ну, может быть, аппаратные какие-то движения, там, игры какие-то, какие-то подставы. Ну, конечно, как везде, в любом аппарате наверняка такое есть. Но как это влияет-то на войну? Вот это важно. Понимаете, какая вам разница? Вы уберите свои России войска, и они там в Украине разбираются, кого назначать, кого сажать. Это вообще ваше какое собачье дело. Кто там кого назначает? Всем начхать должно быть, да, и вам, украинцам, начхать на то, что в вашей России происходит. Ну, то есть, это война все усугубляет, она огрубляет ситуацию в том смысле, что становятся эти вопросы из риторически становятся конкретными, да, вот не вообще, а конкретно. Какое ваше собачье дело, кого там снимают, что там делает Зеленский? Вы здесь при чем? Я имею в виду Кремль, его пропаганда. Понятно, что война, она эти вопросы обостряет, не будь войны, ну сняли одного прокурора, назначили другого. Один президент выиграл выборы, другой проиграл. Ну, как это обычно бывает, да, в нормальной системе. Не понравился избиратель, они его поменяли. Что здесь такого? Я как раз не вижу проблемы в системах, которые, пусть даже очень специфической демократии, которая существует в Украине, но она такая переходная, да. А война, конечно, усугубляет все эти вещи, но тем не менее. Смена власти – это всегда хорошо. Ничего плохого в этом нет. Неважно, касается она там СБУ или касается она там президентской должности. Но другой вопрос, что во время войны все по-другому воспринимается, более остро. Ну, видимо, действительно есть претензии к спецслужбам, что там много предательств таких. Это же дела возбуждаются. Может быть, к офису генпрокурора. Но я повторяю, раз такая потребность возникла, и неважно, Ермак за этим стоит, или Зеленский за этим стоит, или Вася Пряник какой-то стоит. Но это все происходит в соответствии с процедурой. Я так понимаю, что отставка одобрена Радой. Верховный. Ну, тогда так, нет никаких вопросов. Ну, назначит следующего, не понравится следующего поменяет. Как это должно происходить? В силу професії змушував себе колись дивитися російські ток-шоу на федеральних каналах, жахливе. Достатньо таке жахлива подія, але от що запам'яталося? Виходять, годину розмовляють про кадрові перестановки в українській владі, закінчується це завжди одним висновком, та всі вони там такі однакові, про що ми взагалі говоримо. І наступного вечора виходять, говорять про те саме. І отак із тижня в тиждень, із місяця в місяць.
Ну, так... правильно. Я просто хочу сказать, что, понимаете, не надо искать большой логики в пропаганде. Пропаганда руководствуется другим. Она не апеллирует к разуму. Она апеллирует всегда к этим искусственно инспирируемым эмоциям. Да? Вот там бардак, там все, и поэтому мы должны прийти и их всех поработить. Понимаете, вот логика, как они переходят. Что раз у них там такой бардак, мы вот придем и наведем там порядок. Кто вы? Зачем вы? На какой хер вы должны прийти в Украину, понимаете? Ну, то есть рациональное сознание, оно все время апеллирует к фактам, к каким-то вещам, которые, ну, в общем, должны какое-то иметь объяснение логическое, да? А как вытекает чехарда, там, даже кадровая в соседней стране, с тем, что вы вторглись в эту страну? Как это может укладываться? Как не возникает аберрации в сознании там, войны между двумя полушариями? Понимаете, у человека, который должен это слышать. Но, повторяю, пропаганда, она не апеллирует к разуму, никаким рациональным началом. Она руководствуется исключительно вот этими искусственными эмоциями для того, чтобы поддерживать вот этот накал ненависти, вот этот людоедский абсолютно. И поэтому, конечно, у нас же там в России люди разговаривают языком телевизора. Они же просто повторяют вот штампы, которые им выдают какая-нибудь эта полудурочная Скобеева со своим Кукольдом или Соловьев. Они же не разговаривают от ума от своего. Поэтому на самом деле, я говорю, это частная тема обсуждения кадровых перестановок в Украине. Поэтому она в ряду других в этом смысле. Повністю з вами згоден і дуже дякую, що ви знайшли час і включилися до нас в ефір. Я не знаю. Зараз, да. Всього доброго. Також дякую нашим глядачам, що були з нами. Впевнений, було вам було з нами цікаво.